Привет, друзья! С вами Лина, ценитель качественной музыки и охотник до экстремальных классного настроения. Мы в самом популярном клубе Москвы. На первом большом сольном концерте самого модного артиста 2018 года Лёши Свика. Москва, привет! 27 лет Лёша Свик – молодой и перспективный артист, настоящий хитмейкер этого года. Его треки и клипы за считанные дни набирают миллионы просмотров на YouTube. Его лучшие хиты звучат на самых популярных радиостанциях страны. А начиналось все в городе Екатеринбурге, где родился Лёша Свик и впервые увлекся рэпом. Есть определенное волнение. Наверное, его чуть больше, чем обычно, потому что... Когда в первый раз, всегда страшно. В общем, очень сильно волнуюсь, на самом деле. Переживаю за какие-то моменты. Но в то же время понимаю, что все пройдет достаточно, как по щелчку. То есть, вроде бы концерты будут, часа два, идти. Но при этом все пройдет очень быстро. И если даже и будут косяки, ничего страшного. Честно говоря, я приехал уже только на репетицию. Конкретно светом занимался световик. Сценой занимался там. То есть, теми вещами, которые не занимаются моим творчеством, занимались другие люди. То есть своя репетиция, приехали, отрепетировали звук. В общем, ничего сверхъестественного. Отрепетировали ту программу, которая у нас есть. И, стандартно. Я помню, как мы бегали по гаражам. Нас было не заставить по домам идти. Кстати, творческий псевдоним певец выбрал себе не случайно. Слово «свик» — это сокращение от слова «свихнутый». И, как говорит сам артист, отчасти характеризует его и его предпочтения. Твои соленые губы, снова целуют меня, Во-первых, это сольник в Москве, причем первый. То есть, если в каких-то городах у нас уже сольники были, там было понимание чего-то, подготовка, то тут все равно все по-новому, потому что как минимум в два раза больше людей, а то и в три. И плюс то, что у нас живая сегодня музыка будет, барабаны, гитары. То есть мы особо к этому никогда не готовились, репетировали в определенное время, но репетиций было мало, и поэтому посмотрим, что из этого будет. Лёша Свик, автор хитов «Дым», «Я хочу танцевать», «Не одета», «Малиновый свет», «Самолеты» исполнил на своем первом большом сольном концерте дуэт вместе с певицей Анной Седоковой, которая стала специальным гостем вечера. Каждый город по-своему запоминается. Это банально. Как бы это банально не звучало, но это так и есть. Потому что везде слушатели разные, люди разные, и все по-разному. Единственное, что я могу сказать, что были определенные города, где было, допустим, больше людей, меньше людей. И был Костанай, это Казахстан. Там было 20 тысяч человек, и очень круто было, неописуемо. Также мы были в Якутии, в Якутске. Там было тоже около 5000, что ли. В общем, крутые концерты были. Вообще, в целом, вчера был Воронеж, и те эмоции, которые были вчера, они абсолютно новые, потому что мы вчера впервые выступали с гитаристом и с барабанщиком. Поэтому все как будто в первый раз вчера было. Недавно вышедший альбом исполнителя «Юность» получил положительный отклик в прессе. А в начале июня Лёша Свик стал специальным приглашенным гостем и выступил перед концертом звезды мирового масштаба «Дуа Липа» в Крокус Сити Холл в Москве. Секрет успеха Лёши Свика прост. Отличные треки, стремительное творческое развитие и, конечно же, заряженные драйвом выступления. Этот концерт точно войдет в мой личный топ лучших за этот год. С вами была Лина. Будь в курсе последних новинок и слушай только лучшие хиты на Европа Плюс ТВ.